Всем привет, дорогие друзья! С вами Юра, вы на канале Вечное Детство. И сегодня мы поиграем вот такую вот замечательную игру Robert Craft. Так, ну что ж, давайте прокатаемся. У нас сегодня будет марсианская экспедиция. Брам-брам-брам-брам-брам. Так, отлично. Пошел. Ой-ой-ой, перескакиваем ущелье. На нашем марсоходе наш бедняжка-космонавт уже совсем исхудал и думает, как бы, хух, добраться до финиша, потому что... Ой-ой-ой-ой, ребята, тихо-тихо-тихо, чуть не перевернулись. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, давай заряд, опа, отличненько, все, заряд батареи у нас на полной, и мы продолжаем наше движение. Так, нам нужно найти инопланетянина, который... Наверняка здесь засел. Так, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Ой, да что ж ты будешь делать? Я разбился. Так, пилот разбит. Так, нажмите, чтобы продолжить. Нажимаю, чтобы продолжить. И нажимаем. Поедем заново. Так, батарея у нас есть. Нам нужно собирать... Больше, так, нам нужно проехать больше километров на этой чужой планете для того, чтобы добраться до финиша и заслужить новые какие-то, купить себе детали к автомобилю, чтобы можно было ездить без препятствий и чтобы у нас не кончался бензин. А, извиняюсь, ребятки, у нас не бензин, а у нас электромобильчик такой, который позволяет нам ездить на чужой планете. И мы на нем пока что катаемся. Так, новый рекорд. Брум-брум-брум-брум. Так. О, чекпоинт. Отлично. Хоть уже, если проиграем, будем с чекпоинта ехать. Так. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты как. Новый грунт. Какая-то пещера, ребят. Мы на Марсе. И это реально новая какая-то пещерка. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. Ой-ой-ой, вах-вах-вах, вот это кайф, вот это да. Так, дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын, тихо-тихо, ого, вот это и все, вот это и приехали. Так, тихонько мой двигатель, я думаю, ой, давай. О, мы пробуксуем, опа, пошел. Отличненько. Опа, трамплинчик, опа, вот это наш марсианин дает. Так, ребята, я в эту игру не играл, так что я вас попросить хочу, чтобы вы строго меня не судили. Кто еще не подписан на мой каналчик, обязательно подписываемся, ребятки, на мой канал. Ставим пальчики вверх и будем играть в эту замечательную игруху. Так, я не понял. Ой-ой-ой, куда? Да что ж такое? Заряды кончаются, а ты газуешь не в ту сторону, в которую надо. Давай, дави на газули, тяни за рычаг. Нет, здесь только надо с разгона. Эй, я не понял, что все? Приехали, что ли? Вау! Заканчивается этот. Электромагнитный импульс заканчивается. Дергай рычаг этот. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Все, ребята, закончилось у нас топливо. Это означает, что мы с чекпоинта должны проехать. Так, продолжить с чекпоинта. 250 очков у нас забрал. Ну, пускай забирает. У нас очков очень много. Так. Вау! Ой, да что ж ты разбил голову? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Больно же мне. Так, давайте еще раз. Брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум. Так, наш Юрий Гагарин уже готов к полету. Вау! Отлично. Да что ж ты будешь делать? Как так-то? В прошлый раз проехали нормально, а в этот раз что-то ты тормозишь-то, а? Давай, малыш, давай. Бррр. Бах. Давай, еще немножечко. Газюльку в пол. Пошел. Да ж.
Что такое? Опять упустили. Так, ребят, ну что, мне на Марсе надоело кататься. Хочу прокататься на другой планете. Хочу прокататься на другой планете. И в этом нас... А, это был даже не Марс. Это был у нас... А, нет, это был Марс у нас. Так, у нас есть планета Харон, Уран, Нептун, какой-то Сибер, Пандора, Полярис на комете. И у нас есть Энцеладус. Отлично, поедем на Энцеладусе. Ребята, я так понял, что эта планета когда-то существовала и была... Ого, и была просто разрушена. Здесь жили люди когда-то или какие-то гуманоиды. Так что давайте вперед в экспедицию ворвемся и посмотрим, что здесь вообще в принципе есть. Глазу, 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 пошел, 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 пошел. Отличненько, отличненько. Так, едем, едем, едем. Тихо, 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 малыш, тихо. Тихо, тихо, тихо. Пожалуйста, я переживаю больше, чем он, наверное. Так, брам-брам-брам-брам-брам-брам. Так, дави на газулю, дави, дави. Ой-ой-ой, какая яма злая. Перескакиваем. Ай, утонули в болоте, в мусоре. Да что ж ты будешь делать? Давай повторим. Давай, давай. Ну, нажмите, чтобы продолжить. А. Тихо-тихо-тихо, малыш. Поехали, поехали, тихонечко, тихонечко. Так, и куда же наш космонавт собрался? Далеко собрался. Так, ребята, пока я здесь гуманоидов не нахожу. Опа, вот и болото. Ой, хоть бы не застрять. Что мне с разгону надо было ехать? Не, в этом болоте я на этом. Мне надо покупать новый луноход, марсоход, потому что на этом я далеко не уеду. А для того, чтобы нам купить, нам нужны деньги. Но, ребята, денег же пока что мы с вами еще не заработали. Давайте прокатаемся. На-на-на. Хочу вот здесь, вот, на Хароне. Давайте на Хароне еще прокатимся и посмотрим, что же на этой планете может быть такого интересного. О, мы поменяли наш чуть-чуть мотоцикл. Ну, вот это прикол. Вот это круто теперь. О, теперь у нас джип такой получился. О, та ты что, мы по снежным горам едем аж быстро. Тихо-тихо-тихо. Давай-давай, малыш, давай. Ой, не понял. Вау, нет-нет-нет-нет-нет-нет. Вау. Вот это и все. Вот это и приехали, наверное. Застряли, что ли-то, а? Наверное, застряли. Вот это отличненько, просто отлично. Вот это мне уже нравится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что ж ты делаешь такое-то? Вау, бабах, 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 вау-я-я-я-я-я-я-я-я, и упали в самый низ. Да что ж ты будешь делать, а? Давайте попробуем еще разочек. Давай газулю в пол, наша экспедиция не будет ждать, давай поскорее, мы сейчас его найдем, обязательно найдем гуманоида нашего. Да что ж такое-то, хотел сальто крутнуть, но ничего не получилось, да все, умер наш космонавтик, умер, 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 и его уже, к сожалению, не спасти. Давай, пошел, пошел, пошел.
встаем на заднее колесо, да, круто. Ой-ой-ой-ой-ой. Вах. А, опять не получилось, хотел сделать сальто. Ну, что ж ты будешь делать? Ничего тут не поделаешь. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня играли вот такую марсианскую экспедицию. С вами был, как всегда, Юра. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарий, лайки. До скорых встреч, дорогие друзья!